Судьбу скандального участка Будатской косы вновь рассмотрит апелляционный суд. Прокуратура Одесской области дошла до Высшего хозяйственного суда Украины, требуя вернуть громаде участок площадью более 1 гектара на побережье Черного моря. Речь идет о признании недействительным договора аренды земельного участка на Будатской косе в Затоке. Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры области, отменил постановление апелляционного хозяйственного суда и вернул дело на новое рассмотрение.